По окончании дискуссии в алдайском формате Владимир Путин провел встречу с высоким гостем из Ирана, спикером Исламского консультативного совета Али Лариджани. Глава парламента Исламской республики также участвовал в заседаниях международного клуба и во время отдельной беседы с российским президентом поблагодарил его за конструктивную роль Москвы в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Говорили и о борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Последняя наша встреча и беседа с президентом Ирана в Нью-Йорке была очень конструктивной, предметной. И я прошу вас передать самые наилучшие пожелания руководству Ирана. Иран вносит очень большой и конструктивный вклад в разрешение проблемы борьбы с терроризмом, в том числе в Сирии. Исходим из того, что без участия Ирана в сирийском урегулировании оно не может быть долгосрочным и стабильным. Мы считаем, что роль России в регионе весьма значима для всех стран, а ваша позиция весьма ответственна. Мы выступаем за то, чтобы вы продолжили свою работу по укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.